Подмосковье запущена масштабная работа по приведению в порядок торговых объектов. Ее запустили в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также администрации городских округов. Один из таких объектов – рынок «Ленинградка» в Химках. Рынку «Ленинградка» более 10 лет. На территории 5 корпусов, более 200 торговых точек. Здесь есть все для строительства и ремонта. У жителей Химок это место пользуется популярностью. Ассортимент товаров огромный. За время своего существования комплекс слегка износился. И главное, дизайн внешнего вида помещений уже устарел. На днях здесь начали масштабную реконструкцию. Здания приведут в соответствии с рядом стоящими торговыми объектами. Внешний облик будет единый. Это главная задача реконструкции. Лицевую часть зданий планируют отремонтировать в течение месяца. Уже после этого бригады приступят к обновлению торца помещений. Строительные бригады активно включились в ремонт. Темп работ задали положительный. Начали с замены оконных рам. Уже после приступят к отделке фасада. К слову, облик торгово-складского комплекса теперь будет сочетать приятные приглушенные оттенки серого цвета. К выбору строительных материалов подходили максимально ответственно. Главным условием было хорошее качество. Соответственно, также мы согласовали рекламу с правительством области и с рекламным управлением города Химок. Ну, а вообще весь этот рынок мы хотим закончить реконструкцию этого рынка к сентябрю этого года. Как раз будет 85 лет города Химок. Ну, вот как бы это будет наш подарок городу. До начала реконструкции этого объекта с предпринимателями неоднократно встречались генеральный директор комплекса и сотрудники администрации городского округа Химки. Решение о преображении рынка представители малого бизнеса единогласно поддержали. Сегодня ход реконструкции на особом контроле властей. Контроль будет осуществляться в еженедельном режиме. Будем выезжать, контролировать, смотреть, где необходимо подсказывать. Но опыт данной компании, организации, которая и проводит работы, и руководство, дает нам уверенность в том, что все будет сделано своевременно и качественно. Масштабную реконструкцию торговых точек в Подмосковье запустили в октябре прошлого года. В мае начнется второй этап работы. Общее количество объектов, которые приведут в порядок, достигнет 1400. Особое внимание уделять территориям, которые располагаются вдоль магистрали. Всего в красной зоне более 500 объектов потребительского рынка, из которых 152 уже привели в соответствие. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.